Все. До свидания, Эльштет. Ну, мы еще кое-куда заедем. Но вот эта дорога памятна многим. Дорога на Эльштет. Ужина пешком, а бассейн. Завтра попробуем откопать бассейн в Эльштете. Так, вот дорога на Эльштет. Вот здесь вот в конце леса здесь стоял огромный дуб, насколько я помню, возле которого мы фотографировались. Он был толстый такой. Мы еще спорили, сколько ему лет, сколько ему тысяч лет. Но дуба я не вижу. Вот он здесь был. Вот это вряд ли, это не он. Это тоже дуб, но какой-то многоствольный. Здесь стоял огромный. Вот этот вот пейзаж отсюда тоже многим знаком. Вон терриконы. Только теперь пейзаж добавился ветряками. Ну, там где-то Зангерхаузен. А там вдали Кухойзер. Вот самый замок Барбаросса. Он сейчас вообще в дымке. Но это он. Мы на нем вчера были. Сегодня мы облетели его на самолете. Вид из Эльштета. Из Эльштета 2. Продолжаем путешествие. Спасали мышь, похоже, да? Похоже, да. Да. И мы тоже спасали. Да. Смотри на столбы. О, нам прямо, видишь, на автостраду. Это понятно, да. Нам пока прямо. Нам прямо. Мы по главному. Ну, кто будет смотреть этот ролик, может что-то вспомнить. Каждое свое. Поворот на бассейн. Там же Эльштет был. Другой
неотъемлемый атрибут Европы. Вот там.